На станции техогляду оживление. За один день, только за 3 часа, 500 могилевских автомобилистов провели техничный огляд своих авто. Для сравнения, за весь снежень эту процедуру прошли всего 250 автомобилей. Это связано с тем, что техогляд отделили от так званого дорожного сбора, а опошний заменили транспортным податком. Наши корреспонденты съездили на станции техогляду и доведались у автомобилистов, как они относятся до изменов. Техосмотр, как бы, это необходимая вещь, которая нужна. Вот. А уже налог, ну, это само собой, это уже второе дело. Важно, чтобы машина была в порядке. На станциях диагностики черга. Такого работники и не узгадать. Згодно со статистикой, лето 70% автотранспорта в области ездило по дорогах без техогляду. И все за нежелание платить той самый дорожный сбор. Люди проголосовали автомобилями и посещением диагностических станций. Это не только на конкретной станции, но и по всей области так, и по всей республике. Поэтому готовы работать. Только за 3 часа працы станции 500 машин отримали от знаков прохождения техогляду. За весь снежень, кажут специалисты, в области таких было удвоя меньше. К примеру, если мы где-то в 2014 году посмотрели при начале госпошлины 16 тысяч машин, то в том году мы только посмотрели 11. Как вы относитесь вот к тому нововведению, что открепили все-таки техосмотр от этой вот дорожного налога? Очень хорошо отношусь. Но вы посчитали, сколько вам машинка будет ваша стоить теперь? Я пенсионер, мне там 120-50% скидка, 60, и тут, ну, 80 рублей всего. А тогда выходило где-то 280. Техосмотр отдельно, налог отдельно. В течение года там можно заплатить его. Как бы. Вы уже посчитали, сколько вам машинка обойдется в налоге? Ну, дешевле. Еще не считал, но дешевле. Сумма податку залежит от дозволенной максимальной массы транспортного сродку. З'явилася и категория льготников – пенсионеры, ветераны войны, инвалиды. Для их – знижка. Правда, яе дадуть только при наявности льготника водительского посвідчення. Оформить автомобиль на бабулю-пенсионерку, у якой нема правов, каб заплатить у 2 раза меньше, не отримается. Андрей Шуляк, Наталья Ильинич, Виталь Алексеенко, Новини региона.